Сегодня на улице холодно, идет дождь. Только Боря у нас отважился выйти на огород, делать тепличку, потому что время поджимает. Рассада, которую нам подготовили, уже цветет. Начала цвести, поэтому нужно срочно ее высаживать сюда. Ой, Боря, как ты здесь находишься, а? Только ты можешь здесь находиться. Делают вот такую теплицу. Просят люди тебя детально заснять теплицу, которую ты будешь строить. Что скажешь? Пускай смотрят. Делаю теплицу 5 на 8,5. 5 на 8,5. Вот такая теплица. Большая. Здесь будут 3 грядки. 4. 4? 4. 4. А что 4? 4 влезет? Ничего себе. 4 грядочки. Будет по метру, да? Нет. 2 по метру и 2 по 90. Отлично. Молодой сварщик. Все приходится делать на ходу. Делаем теплицу. Лопата. Лопнула сварка заводская. Вот тут вот. Приходится теперь... понял, как лопнула. Теперь приходится брать и делать. Заваривать. И пойдем дальше. Одновременно при постройке теплицы происходит тут аттракцион. Кто быстрее... И кто быстрее упадет. Вот так. Да, сыночка, ты уже оделся? Да. Ветер. А Паша он гоняет, ему не холодно. Что это за аттракционы? Я тоже катаю. Я понял. Ну вот, сейчас еще один. И потом останется 3 центральных. И все столбики будут закопаны. Вот вам и бесплатные аттракционы. Народ полез на дерево. Паш, осторожно. Можно, только осторожно. Вот так у нас продвигаются дела с теплицей. Потихоньку мы делаем. Паш, не это самое. Да, не шатай. Здесь еще будут делаться. Эта сторона будет делаться. Эта сторона уже сделана. Только поперечки будут идти много-много. Так что продвигаемся. Равновесие, Аня, равновесие. Молодец. Равновесие держим. А Рыжика кто-нибудь видел? Нет. Рыжик? Нет. Джесси вон бегает, а Рыжика? Никто не видел? Да, а он дома. Дома? Нет. Ой, малыш, привет. Ты услышал имя котика и сразу ко мне прибежал. Спутник ты наш верный. Папа. Спутник ты наш верный. Папа. Да, спутник ты наш верный. Папа работает. А ты рядом с ним, да? Папа работает, и ты рядом с ним. Вот так. Хороший какой котик. Ой, ну что, я буду браться за работу. Работы много. Все позарастало сорняками. Пойду немножко ряды. Сейчас возьму плосковес. Ряды прочищу. Пора уже рассаду капусты пересаживать. Картошку пересадить. Наверное, этим сегодня и займусь. Такая капуста, картошка, здесь я сажала, хорошая тоже взошла, вот эта картошечка, нужно пересадить ее все. Мама, что ты делаешь? Что я роблю? Так. У нас сегодня борьба с сорняками. Да. Сколько их повылазило? Так. Саш, у меня сюда нельзя. Тут очень много повсходило сорняков после дождей. У нас дожди хорошие прошли. Поэтому нужно немножечко с ними побороться. Правильно? Вот лучок у нас, да, Паша? Да. Там горошек. Начали всходить. Один кабачок зашел.
Я его открыла. А там две тыквочки взошло под бутылочками. Я их тоже открыла. Поэтому все-таки мы будем с кабачками и с тыквами, надеюсь. Я буду на день их открывать. Но они все-таки тогда замерзли, соседка сказала. Поэтому на ночь закрывать обязательно. А? Чего ты кричишь? Давай, да, спасибо. А днем открывать будем. Ну, сейчас пройдемся, покажи, какой огород в сорняках, видишь? Нужно весь его почистить. Вон там еще самое большое. Ну, то на картошке. То на картошке сорняки, там пока мы чистить не будем, там потом почистим. Когда картошка взойдет, чтобы мы видели, где. Папа в теплице работает, я сегодня тоже поработаю немножко, сорняки пропалю. Будем думать, как мульчировать это все, но пока что мы не можем найти выход. Кто-то там часто задает вопросы, почему мы не занимаемся органическим земледелием здесь. Потому что здесь сильные ветра, и очень трудно просто замульчировать там листьями или еще чем-то. Все разметает. Поэтому перед нами стоит проблема. Это, во-первых, первая причина. Потому что все просто вылетает с огорода. Делать что-то стационарно надолго тоже нет смысла, потому что мы не знаем, насколько мы здесь. Поэтому в том виде, к которому мы привыкли, органическому земледелию, здесь просто мы этого не сделаем. Как сделали, так и сделали. Нет у нас на это сейчас времени, если честно. Конечно, трудно видеть, что оно все не замульчировано. Мы привыкли на Украине по-другому все сажать. Но ничего, найдем как-то выход. А сейчас просто будем делать, что делаем. Делаю то, что теплицу. Мама вырывает всякие сорняки. Вот сколько их. Софи с Сашей и Пашей играют. Не Саша! Ну, а я снимаю. Тут очень хорошо. Сегодня очень-очень жарко. Пока. Тыквы. Вывезем дома мусор и пойдем лапника насобираем. Решили мы вопрос с мульчой. Спасибо подписчице, которая посоветовала закрывать все лапником. Ну, эти ветками. У нас тут много поспиливали сосен и верхушки пооставляли. Сейчас мы их маленькие такие веточки. Сегодня будем капусту сажать на огороде. Нужно будет прикрыть как-то мульчу и везде понакрывать. Как-то будем мульчировать, пытаться все-таки придерживаться органического земледелия. Поехали, папочка. Прямо за село, вот туда, в тот лесочек, как ехать к Егоровщине. Покажи. В конце улицы вот тот лесок. Приехали мы домой ни с чем, так как сосну не хочется брать. Она колючая, насыпет колючками на огород. Посохнет, оно все осыпется и закислять будет землю. Нашли другой вариант. На поля. Вот таких веточек набрал Боря. Это то ли осина, то ли что-то. Сейчас мы будем ими прикрывать, когда посадим капусточку. А вот деревья все были. Работают. Дети дрова носят, да, Боря? Мы подготовили картонные коробки, чтобы укрыть землю от сорняков. Ой. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Паша, отойди от огня. Сорняк, очень много семян здесь просто. Не посмотри. Да-да. Не хотим его в мульчу куда-то или в грядки закладывать, потому что очень много семян. Паша, смотри, а то сейчас приедет пожарный. Да что он приедет? На дым. Мы ж посреди огорода палим. Ничего опасного здесь нет. Давай приезжай. Скажем, а мы тут ничего построили, присоединяй. А тебе можно? Сейчас еще досажу пару рядковых здесь свеклы. Вот здесь уже один посажен. Вот он. Еще пару штук на зиму, чтобы было. Очень много мы ее тоже не едим, поэтому чуть-чуть посажу. Наверное, три рядка еще досажу. Вот такой я посадил свеклу. Вот. Вот здесь вот эти две свекляют, это свекла. Если хотите, такую же себе посадить. Садится обычно как горох. Говорю, мамочка, говорю, ты как индейец, разрисованная. Я
дорабатываю, досаживаю вот картошку. Фух, это, наверное, все, на что сегодня нас хватит. Вон там я досадила 6 кустов еще кабачков, по 2 кустика под бутылочку. Видите, уже стало вместо 2 бутылочек 5. Полностью прополола на огороде весь сорняк на грядках, кроме там, где посажена картошка. Там не полола, там очень его много. Посадила свеклу, такой маленький обзор. Пашенька у себя посадил свеклу, сейчас посадит у себя картошечку. Папочка теплицу не доделал наш. Спалили вон там мы сорняк сухой, очень много в котором этих семян. Ну и все, сейчас я досажу вот эту картошку, что здесь. И останется капусту посадить. Это уже, наверное, перенесем на следующий ролик, потому что будет тоже много работы. Ага, и укрыла еще, взяла я малину и положила туда веточки. Листьями, наконец-то. Ну, в принципе, все. На этом наш рабочий день сегодня закончится. Кстати, хочу сказать, что вот там пробивается уже картошка. В тех грядочках под листьями. Она еще не вылезла наверх, но уже почти добралась до верха. Все, всем пока, до новых встреч!